Всем привет, дорогие друзья автомобилисты. Очень, кстати, такой вопрос мне задали, что вот он действительно очень актуальный в данный момент. Далиханов Сунгат. Всем привет. Вопрос такой. Лучше взять новую китайскую резину или БУ брендовую? Привезенную резину, например, с Японии, так как цена вопроса примерно равна. Вот тут, конечно, такой момент интересный. Бывает такое, что резину привозят довольно-таки хорошую, действительно, из-за границы хорошая резина в идеальном состоянии, и по срокам годности она не старая. Ей там 5 лет, может быть, там, ну, 6 лет. Это не старая резина, довольно-таки нормальная. Она не пересохшая, и да, эта резина довольно-таки хорошего качества. Стоит ее, на нее обращать внимание. Я считаю, что на такую резину стоит обратить внимание. Но бывает такое, что привозят уже пересохшую старую резину, она уже изношена более чем на 50%, и, друзья мои, ставят себе такие колеса ради какой-то непонятной сомнительной экономии, ну, я тут уже, конечно, не совсем согласен. Я понимаю, что многие себе такие колеса ставят, и типа экономия, но сомнительная экономия. Это равносильно, как вот, понимаете, взять и колодки тормозные, наклепать самому что-нибудь там, слепенить, а как оно будет работать, непонятно. То есть, или купить самые дешевые. То есть, вот в этом моменте я не согласен с теми, кто это использует. Китайская резина. Ну, китайская резина, китайской резине рознь. Как и китайские телефоны. Можно купить откровенное, извините меня, дерьмо, а можно купить довольно-таки классное. Допустим, я пользуюсь китайским телефоном, вот у меня Xiaomi, и я доволен. У меня вообще за сколько уже там, ну, порядка, наверное, 4 года я пользуюсь, у меня ни одного нарекания, ни одного зависания. 9T у меня телефон, и никаких проблем. Вообще никаких проблем. Китай, Китаю рознь. И резина у них есть очень качественная. Я считаю, что если у вас будет равноценные колеса, посмотреть на китайские колеса, именно выбрать хорошего бренда китайского, но если у вас есть возможность именно выбрать именно из них, да, и прощупывать, чтобы колеса хорошие были, то можно, я думаю, смело ставить китайские колеса. Многие колеса производятся в Китае. Да, производятся в Китае. Где удобно, там и производят. Есть даже и бренды, большие бренды производят в Китае. Это же не говорит о том, что если просто какой-то китайский бренд, то он не в состоянии произвести качественную продукцию. Вполне возможно, что хорошие колеса есть и китайские. Я не просто скажу, что вполне возможно. Я вам скажу, что я уверен, что есть довольно-таки качественные китайские колеса. Просто нужно найти их, узнать, вот, сравнить. У нас еще с этим, ну, проблемно. Мы не сталкивались. Как только столкнемся, я обязательно с вами поделюсь, расскажу. Надеюсь, этот видеоролик оказался для вас полезным. Если это так, ставим палец вверх, подписываемся на канал, на этот канал в YouTube, а также на мой канал в Дзене. Вот QR-код, наведите камеру своего мобильного телефона или планшета на этот QR-код, перейдите по ссылочке. А если вы смотрите меня с мобильного телефона, то под этим видео в описании, там же есть тоже ссылочка. Можете на нее нажать, и также вас перебросит на мой канал в Дзене. Подпишитесь, чтобы мы всегда с вами оставались на связи. На случай непредвиденных ситуаций. А ситуации могут быть разные. Будьте здоровы, задавайте вопросы в комментариях. И помните, мой канал вне политики. Всем пока.